Привет, друзья! Мы продолжаем играть в Far Cry 4. И с вами Ева, конечно же. И что это мы такое читаем дежурному лицу? Когда мы захватим долину Золотого Пути, отправьте этого слона на Ург, на арену, бла-бла. Бла-бла-бла. Ого, я слышу, там потасовочка. Может быть, пойти помочь кому-то? Чё пристал? Карма, хриарма. Стычка! Сейчас помогу. Тихо. Ой, я, кстати, второй раз уже спасаю чуваков и получаю карму за это. С кем тут поговорить надо? Пацаны, я знаю, что когда завершаешь карму, с кем-то нужно поговорить. Эй, нам надо поговорить. Давай, говори. Я жива. Спасибо. Пожалуйста. О, норм вообще, денег еще дали за это. Побежим на задание уже на... Как это сказать? Кооперативный хотел сказать. Почему у меня слово кооперативное в голове крутится? Пойдем, значит, исполнять задание. Вот это вот, желтенькое, понимаете? Желтенькое задание, это значит... Пойдем по сюжету. Блин, что-то я туплю, вы извините, у меня просто... У меня очень сильно горят щеки. Блин, это жестко звучит. Это ужасно реально звучит, но я не могу разговаривать адекватно, потому что у меня действительно очень-очень сильное раздражение получило от воды. Вы не поверите, вода. И я, в общем, сожгла себе кожу, и говорить адски больно. То есть я прям вот разговариваю, чувствую, как у меня кожа, она прям сходится. Тара. Путешествие в долину заняло 2 месяца. Головорезы армии и короля не угрожали моей жизни, даже подкупом заниматься не пришлось. Все благодаря тебе и золотому пути. Не сомневаюсь. Так, что еще можно тут собрать? Я вижу, вот тут какой-то значок есть. Я забыла, что этот значок значит. А, ну вот, я вижу сундук. Значок номер 3. И что значит, что у меня значок номер 3 появился? Хо-хо! Если я получаю значок, значит, я повышаю свою любовь к трачкам, а люди повышают свою любовь ко мне. Я правильно понимаю? Блин, охренеть, тут столько всяких обыскивать людей можно. А, ну да, я же зачистила аванпост. Нельзя. А смотрите, типа, значено, что здесь торгаш. А, я со стороны захожу, господи, тут ты нифига себе вообще... Расстройство, полные штаны. Привет, давай торговать. Здравствуй. Мои Ой, не то! Всех забрали. Фак тебя. Угнали на работу. Молю, спаси. Отвали, я их спасу. Блин. Заложников каких-то спасать надо. Я хотела продать вообще предмет, а ты мне какую-то, блин, задание какое-то случайно взяла. Так, это все оставляем. Кусок мяса тоже оставляем. Вам для чего-нибудь да пригодится, я уже думаю. Да, давай, да. Сколько мне, блин, 348 метров до этого ехать? Я всего лишь хотела... Ого-го, как меня это раздражает. Почему я опять случайно взяла побочное задание? Вот кто меня тянул? Точно стрельбы на скидку, без использования увеличенного для большинства видов оружия. Придеть оружие на бегу, смена оружия, прицеливание, да? Теперь можно передать специалисту на пескане во время использования. Космический вариант добычи во время совершения убийства. Получайте межэтического урона, вас также становится жизнь сбить с ног. Действует 30 секунд. А, это инъекция, это нафиг не надо. О, наездник на слоне! Удержите Е, чтобы сесть на слона, затем пользуйте Ши, чтобы таранить противника с разбега, и Ф, чтобы нанести удар. Блин, все, мы теперь можем кататься на слониках. Удержите Е, чтобы оседать слона или спешиться, чтобы протаранить, и Ф, чтобы бить и бросать. И призывать других... Так, окей, ухо-хо. Все, шикардос. Я чую прям. Дело наладом пойдет. Вот сюда нам нужно. Вот. И мы сейчас сядем на автомобиль. Это кто тут? Ой, швинки напугали меня. Фу. Пацаны, откуда ты дневник какой-то нашла? Вообще не поняла, что это было сейчас. Пойдем заложников спасать. Надеюсь, также сможем стелсом прокрасться. Так. Пойдем освобождать заложников. Только пешком, потому что, ну, как вы помните, если подъедешь ближе... то охренеешь от того, как много людей тебя заметят и наваляет. Быки какие-то. Прямо такие игра «Быки и корова». Вы, кстати, играли когда-нибудь в эту игру? Очень сложная, просто безумно сложная. Через быков, я так понимаю, не пройдешь. Сейчас как начнут меня таранить и хренанить.
А если я приманю диких животных? Давайте попробуем. Почему нет? А, не удалось приманить животное. Да вы гоните. Так, главное потихонечку. Не испугался. То, что он испугался, это плохо. Нас так все-таки заметить могут. Ладно, давайте с помощью фотоаппарата всех приметим. Угу, а там еще два. Ага. Все, надеюсь, это будет так же просто, как кажется мне в моей голове. То есть просто подойти и пофигачить ножичком. Отвали от меня. Не подходи. Осторожно! Ушел, коров? Ушел. Осторожнее! А по кому стреляют-то? Пристрелить эту тварь! Какую тварь? Я понимаю, что тут есть какие-то твари, но я не понимаю, какие. Так, угу, понятно, за то, что поднимают тела, мне еще и деньги дают. Это еще клево. Кусты бросаем. Тут его никто искать не будет. Вообще этих пацанов похерачить прям так. Тихо, пацан. Все? Я сражался за родину. Хе-хе-хе, сражался он за родину. Это все, что у меня есть. Да забей, можешь ничего не давать, мне вообще ничего не сдалось. Пожалуйста. Так, ты встаешь? Это давай. Все, что есть. Да не давай мне ничего, забей. Вы такие вы благодарные, ребят. Я, конечно, вам большое спасибо говорю. Че, привет? Развяжешь нас? Ой, точно. Я ж по вам пробежалась. Вот. Здорово, пацаны. Возьми. Давай. Прошу, возьми. Да ладно, ладно, все хорош. Че вы такие прям? Ты спас мне жизнь. Благодарю. Пожалуйста. Так, давайте посмотрим, что мы еще можем. Мне нравится вот это, вот убийство сверху. Очень-очень хотелось прокачать, чтобы можно было прыгать или подкатываться и убивать. Ой, я не знаю, что с тобой было бы. Наверное, тебя бы продали в рабство, и там ежедневно, ну, заставляли бы, в общем, отрабатывать. Малину, может быть, собирал бы. Ну, или типа того, малину. Ты понимаешь, о чем я. Так, здесь можно что-то еще дополнительно собрать, да? Ага, вижу, сундук. Серебряный браслет. 5000, а я понимаю, на карте помечаются, то есть, такие вещи, которые, блин, дорого стоят, да? Коммерческая тайна, ой-ой-ой-ой, как хорошо. Ой, еще что-то вижу, так, давай, забираю. Ты же мое. Все, денег заработала, много получила, и ничего мне за это не будет. Что такое? Можешь помочь? Тошнит? Избили, наверное, сильно. Ой, бедняж. Бедняж, бедняж. Жалко тебя, жалко, конечно. Я жива. Да, нормально все. Можно я пройду? Мадам, вы не могли меня не двигать, спасибо. Я бы советовала пойти и помочь вон тому мужику. Он, кажется, ну, совсем плохо сидит, что-то кашляет, чихает. Ладно, я поехала, короче, на основные задания. Я ваше задание абсолютно случайно взяла. Серьезно, если бы не мой мисклик, вы бы так и сидели, такие, между собой, разговаривая. А, фак! Я чуть не вылетела, блин. Буйволы. Как же так можно-то, а? На летоплане можно, в принципе, лететь, но я не полечу, потому что я помню свой совершенно печальный опыт из третьей части Far Cry. Абсолютно глупый и отвратительный, серьезно. Я всегда разбивалась. Никогда не понимала, как на этом летоплане можно приземляться совершенно безопасно. То есть мне вроде объясняли, типа, поднимаешь нос вверх, и тогда у тебя все хорошо. Но какой нос? Когда я долетаю до земли, уже... Еду я такой, значит... О, нужно как во всех фильмах. Тележки с овощами и фруктами разбивай, давай! Ое! Ое! Все, миссия выполнена. Собал! Нет! Чем ты кто? Думала? Я бы на твоем месте туда сейчас так доходила. Почему? Только... О чем они там спорят? Солдаты Пейгана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное — собрать информацию о противнике. Я делаю Собал, все, что надо срочно спасать возродился. Наших людей.
Вы совершали. И давно они спорят против самих богов. Давненько. О, всегда отлично. Одно и то же. Те же слова и доводы. На самом деле. Эй, я не хочу быть навязчивой, но ты Аджай Гейл. Да? А ты как-то не очень. Я делаю спасибо. Все, чтобы наш тебе народ... Я думал за комплимент. Пожалуйста, обращайся. Не, вы еще могу. Совершали преступления. Золотой путь спас богов. Меня, и я их должник, но... Вообще, я приехал развеять прах мать. Да, вы все доколебались до меня. Спаси того, развяжи этого. Но теперь ты видишь, что Пэган сделал со страной. Ты сын Махана Гейла. Хочешь или нет, но ты должен Кирату. И твой выбор решит многое. Противостояние Амиты и Сабала никуда нас не приведет. Это тупик. Помни об этом, когда войдешь. Там... О, отлично. Что-то совсем жесткое. Покажи Аджаю, какой ты на самом звуки. Деле. Да входи, не ссы. На кону жизни. Бездействовать нельзя. Нет, идет война. Данные важнее. Амита, нам нужны солдаты. Не забыла про Дарпана? Выбирая между Дарпаном и разведданными, предпочту второе. А я спасла только что пленных каких-то, короче. Может быть, уже выбор не надо делать? Что? Не, я серьезно кого-то спасла, вы не верите? Можете поехать вот в деревню, тут в двух шагах буквально на камень подняться. Я не знаю, почему до этого никто ничего не делал. Выбор, баланс сил определяет будущее Золотого Пути. Помните, что Амита и Сабала разные цели. Поговорите с обоими лидерами и решите, кого поддержать. Ладно, хорошо. Но если там что-то опять про людей, которых нужно спасать, я это сделала недавно. Мне больше не надо. Ой, стойте, подожди, открой, открой. Здесь в доме есть что-то, что мне можно взять. Или вне дома. Не, походу, вне дома. Ну ладно, выходи с этой стороны тогда. Блин, дверь-то всего одна, конечно. Столько дверей в доме, а выйти можно только через одну. Как я могла сомневаться и думать о чем-то другом? Вот он, ящичек, который можно забрать. Так, а тут у нас что? У тебя какое-то пассивное задание? А, это Сабал. Я поняла. Что тебе надо? Нужна помощь. Наш лагерь хотят атаковать. Неясно когда, но это и не важно. В любом случае им нужна поддержка. Хочешь помочь? Отправляйся к ним. Или? Мне нужно еще поговорить с тёлочкой. Так, тёлка, теперь ты давай разговаривай со мной. Скажи мне, что ты от меня хочешь? Амита, может помочь с разведкой? Ладно. О крупной операции говорили давно, и тут атака на Банапур, но... Что-то не так. Я думаю, это не все. Нужны новые данные. Но из лагеря нет вестей. Самые атаки. Осторожней. Ладно? Ну ладно. Вот, кстати, вот это я сделаю. Ну, хватит там всех защищать и тому подобное. Того, что мы будем защищаться, мы все равно не поймем, что, куда и как. Охотник или жертва? Давайте. Давайте. Куда они меня дели? Ой, нифига, как далеко-то. Охренеть. Я тут еще свой багич не разбила. О, нифига себе, что такое? Я, наверное, смогу на нем полететь? Вообще класс, вверх. О, шума, конечно, будет много, но быстрее в миллиарды раз. Вообще супер, вообще, я безумно рада. Ой, что, ниже надо, да? Ты гонишь? Да ладно, а почему она отключилась? Эй, хрень, а ты снова заведешься? Или нет? Не хочет. Гляньте. Блин, не знаю, что случилось с этой штукой. Баги потеряны. Теперь вот, блин, добирайся как хочешь, называется. Ой, ну охренеть, охренеть. Не лучший способ добираться я выбрала. Надо было все-таки на баги хреначить. А где события кармы происходят? Хуго, новое местоположение обнаружено. Вообще класс. И тут причем наши. Эй, пацаны. Привет. Если у вас, я вижу, что-то можно похавать. Где-то. Рядом. А, вот, вижу. Берем. Нгеко. Не знаю, что такое Нигеку, но это, наверное, что-то важное. Я больше половина того, что здесь есть. Давай поворачиваю. Класс. Поворачивала.
Я не знаю, это что-то странное. То есть я повращала барабан и прям чувствую, как карма поднимается. Карма лучше стала. Мне нужна новая снаряга. А? А чё, за что мне дали карму? Видимо, за то, что я повращала барабан? Слушайте, так в поле чудес можно, мне кажется, нещадно свою карму повышать постоянно. И не париться. Нет, тихо-тихо, демоны атакуют! Выходим. Не, уйду, спорим. Тихо-тихо. Ты где, пацанчик? Ебнись, это кто здесь? Ой, смотри, смотри, здесь дерутся. Киска дерется. Киска, 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 кышка, кышка, киска, не трогай меня. Я же мочусь, 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 блин, господи. Вот сейчас я точно обмочусь. Ой, фух, нет, нормально все. У меня животное дикое только что укусило, между прочим. Охренеть просто. Кисечка со мной подралась. О, фак. Кидаю гранату. Кидай. Тихо-тихо-тихо. Меня кошка тут выслеживала, бешеная. Мог бы уж позаботиться обо мне. Бей его! Бей! Он сбежал. Не, я тут. Вот такие дела. Вот так вот я убила кошку и самого опасного охотника на нашей планете. Ну, мне кажется, он был пьян, потому что я только что у него алкоголь своровала. Чтобы я больше рюкзак сделала, мне нужно шкуры зомбара, две штуки. Какой такой зомбар? Здесь, да, лежит какое-то мертвое животное. Будем считать, что это зомбар. Надеюсь на это. Это зомбар? Чепречного тапира. Блин, охренеть. Что мне можно изготовить? Кобура. Можно относить пистолет и еще одно оружие. Ну, пусть будет это, ладно, если все равно мне пока ничего. В рюкзаке носить. Буду такие вот моментики делать прикольные. Типа там кобуру себе увеличивать и прочее. О, еще одни патроны нашла. У них уже много. Не может не радовать. О, еще одного топира киску убивает. Охренеть. Тут я прям смотрю кошачий рай. Кошечек так много. А когда, значит, я их мясом призываю, приманиваю, никто на это не реагирует. Ладно-ладно, мне еще 400 метров бежать. Блин, по дикому лесу. Ненавижу тот вонючий гирокоптер. Количество жетонов наемник тратить жетоны, используя В. Хорошо. Ладно, оказывается, я могу призвать наемников. Мне это нравится. Ой, орел. Хрен с этим орлом. О, топирчики всякие. Тихо-тихо-тихо-тихо, пацаны. Не гоните, все нормально. Я вон лесом пробралась, и все хорошо. О, если забраться наверх, можно какой-то сюрприз найти. Так мне сказали. Вообще наверх не надо забираться. Все есть и так. Молитвенный барабан какой-то нашла. За 6... Фу, за 4 косаря. Я старых друзей нашла. Чую, с ними нам не по пути. Нет, ну пожалуйста, носорожечка, не надо, не надо, носорожечка, пожалуйста, не трогай меня. Все, я ушла от носорога, надеюсь, он там... Уйди! Не трогай меня! Все, ушел. Слава богу. Доберитесь до лагеря Альфа. Да вообще без проблем. Мне не сложно. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, это Золотого пути лагерь. Мне нужно здесь всякие разведданные собирать. Оп, есть, аптечку подобрала. Кто у нас тут? Никого пока не вижу. Никого пока. Ни одного солдатика. Всех уже побили, что ли? Охренеть. Да ладно. Как такое возможно? Обыщите мертвых повстанцев и найдите разведданные. Повстанцы это наши или наоборот противники? Не, походу это... Ладно, к огню я соваться не буду.
Где хреново повстанцы? Тоже не могу найти. Черт. Куда попрятали повстанцев? Листики не буду собирать, они мне только инвентарь забьют. Ладно, видимо, этих нужно обыскивать всех. Бро. О, хоть один есть, слава богу. Еще. О-о-о-о. Все, больше мне не надо. Лады, договорились. Молитвенный барабан еще один. А, все, места нет. Обидка. О! Это откуда? Это откуда в меня попали? А, вижу. Тихо, тихо, тихо. Вообще нехорошо так-то. Где этот бро? Куда ты ушел? Вижу тебя. Ага. Пошел нахрен. Все, кобзда тебе сейчас, бро. Кобзда тебе, я подбираю. Я уже наверху, ты заметил? Охренел совсем. Охотники. Охотники — это бесшумные убийства, общающиеся между собой с помощью особых свистков. Они могут видеть вас через листву. Метка держится на охотниках несколько секунд, после чего исчезает. Они умеют околдовывать хищников, чтобы те атаковали вас. Убивайте их, чтобы снять чары. Охренеть просто. Он на меня еще мог и тигра позвать. Уже позвал. Только не тигра, волка. Да уйди нахрен, ящик. Нет! А, волк загрыз! Охренеть! Уж кого я тут не ожидала встретить, так это охотников. Фу, может, надо было полегче как-то собираться тут кругом. А не так, как я. Бегать на шифте и тому подобное. Блин, вот это сложно. Охотники вообще меня сейчас из колеи выбили. Волков каких-то на меня, тигров насылают. Это что сейчас было? Не поняла. Ладно. Неважно. Собираем шкуру тибетского волка. Лишней не будет. Хорошо, что хоть с контрольной точки начали, то неплохо. Игральные карты. Нахрен они нужны. Ой-ой-ой, тихо, легче. Ой, понятно. Это в бестолку. Вот что мне нужно. АК. Да ладно, вот так вот просто брал АК и промахивался, да? А, ну нормально. Все? Да выпендривался? Надеюсь, больше нет никого такого опасного, желающего пострелять меня из своего гребаного лука. Так, есть еще одни разведки. Нужно еще одну, пожалуйста, давай быстрее. Здесь этих охотников просто миллиарды. Не хочу больше встречаться ни с одним из них. Реально неприятные типы. Стрелы свои то меня ломают. Че такое, просто непонятно вообще. Полуголые тут бегают. Я ищу повстанца. Не могу успокоиться. О, охотник. Как он мне был нужен. Где же еще один наш желтый друг, лежащий в поле, привязанный. Сейчас буду стрелять. Оп, есть, слышу. Пролетела мимо. Ого. Это что? Она меня будет жрать? По-моему, будет. Ага, будет точно. Ладно. Попробую с УЗИшки пострелять. Все, норм. Надо было сразу просто посмотреть на карту. Я что-то не обратила абсолютно никакого внимания. Как ты оказался здесь под водой? Блин, нырнул, что ли? Вообще нехорошо получилось. Ныряльщик тоже мне нашелся. Не умеешь плавать? Не ныряй. Знаешь же, что рыбка найдет, плохо станет. Мита, все у меня. Отлично, Аджай. Теперь отправляется в следующий лагерь. Нормально! Следующий лагерь? Так еще и два лагеря надо было обыскивать. Ты шутишь, женщина? Я только что на эту хреновую тучу времени угробила. А мне теперь пешкарусом еще и до следующего лагеря добираться. Через этих сраных, вонючих охотников. А,
приятно по жопе-то получать, а? Вот и мне неприятно. Птичками нет? Тоже хочу уметь охотников натравливать. Ой, фу, охотников, животных. Я тебя вижу! Готовься сдохнуть! Да ладно, вас тут сколько? Вы что, гоните? Охренели совсем. Я пытаюсь, чуваки, вернуться в зону. Говно! Да блин, их слишком много, они нападают со всех сторон. Я похож вообще? Не тут стелс не подобраться, потому что меня охотники со всех сторон палят и стреляют. Палят и стреляют, палят и стреляют. Мешает очень. Так, кто еще здесь? Вижу. Ага, слышу сзади кто-то. Ух, напугал, блин. Кто еще? Есть! Наконец-то, господи! Амита, обалдеть! Здесь все мертвы. Проклятие! Хорошие солдаты. Скажи мне, что они погибли не зря. Что данные у нас? Это карта. Что-то вроде храма. Отлично. Это может быть важно. Я проверю и... Спасибо, что поддержал. Пожалуйста. Баба во главе, короче. Так, навыки. Какие у нас могут быть навыки? Полезные прям, чтобы полезные прям. Так, хорошо. Это стоит 2. Угу. Это тоже... А нет, это одну стоит. Смотрите, это я могу прокачать. Ну это опять же инъекторы всякие. Угу, значит, пока ничего не прокачиваем. Вот сейчас вот вообще пипец страшно и плохо было. Очень страшно и очень плохо. Так, все, делаем быстрое перемещение. Я научилась это делать, сама с собой научилась, скажем так. И блин, из-за того, что эта серия настолько длинная, насколько это вообще возможно, я думаю, что нам с вами нужно закончить ее. Где-то примерно прямо вот сейчас и прямо вот где-то вот здесь. Всем пока, с вами была Ева.